Десятки, а то и сотни тысяч рублей тратят жители Пензы на обновление фасадов домов. Это личные средства и взносы на капитальный ремонт многоэтажек. Одним движением руки преступники способны изуродовать стены, портят их рекламой запрещенных веществ. Волонтеры помогают силовикам закрашивать надписи. В этот раз они прошли по улицам Пушкина и Суворова. Также ребята разыскивают в интернете информацию о распространителях, потребителях и предоставляют ее компетентным органам. Сейчас проходит акция «Сурский край без наркотиков». И мы проводим информирование граждан о том, что куда можно сообщить, по какому телефону, если вдруг люди увидели распространение наркотиков. С января до середины сентября волонтеры удалили почти 2000 надписей. Уважаемые жители Пензенской области, если вы обладаете какой-либо информацией, либо стали свидетелями или очевидцами правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, убедительная просьба сообщить на телефон доверия УМВД России по Пензенской области 59 10 10. Анонимность гарантируется. Распространители и потребители запрещенных веществ задерживают, к ответственности привлекают и тех, кто уродует фасады многоэтажек.